На месте трагедии в Гродно, где накануне в детской поликлинике номер 1 умерла девочка, работает специальная комиссия Минздрава. В ее состав включены опытные врачи-педиатры, иммунологи, а также эксперты, которые отслеживают цепочку закупки, поставки и хранения медикаментов. Напомним, 6-летняя девочка, несмотря на помощь медиков, скончалась после введения вакцины против кори, паротита и краснухи. Уже удалось установить, что такая же вакцина была без последствий введена еще 9 детям. Причем из одной ампулы, рассчитанной на 2 дозы, вакцину ввели не только девочке, которая умерла, но и годовалому ребенку. По словам экспертов, эта бельгийская вакцина централизованно закупается с 2014 года. Выбрана она потому, что дает минимальные побочные реакции. По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками детской поликлиники номер 1 города Гродно, повлекшего по неосторожности смерть малолетней пациентки, возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты медицинские препараты, в том числе вакцины, использованные ампулы, медицинская финансовая документация на получение вакцин. В рамках экспертизы будет изучена вся медицинская документация, относящаяся к делу. Будет проведено большое количество дополнительных исследований, таких как гистологическое исследование, общий химический анализ, вирусологическое исследование и другие исследования, которые необходимы будут для установления причины смерти. По словам специалистов, вакцина вводилась девочке повторно. Ранее побочных реакций ни на аналогичную, ни на другие прививки у ребенка не было.